Ну давай про ДК. Ты же абориген. Я абориген, господи. Ну, ДК отмечает свое 60-летие в этом году, по-моему, даже в октябре. Проходят праздники, украшается площадь перед ней. На самом деле, когда-то эта площадь по-другому выглядела. Здесь вместо фонтана стоял большой-большой такой памятник Ленина, который находится за 4-й школой. Все главные праздники, все буквально, все торжества проходят именно вот в этом таком золотистом здании, которое было реконструировано, по-моему, то ли 2, то ли 3 года назад.